Всем привет! Меня зовут Егор, вы на канале Квазиди, и сегодня в ролике у нас Малрин на снайпере. Он имеет 4 ранг, и у него 25 тир на данном герое. Всем приятного просмотра. Итак, давайте к закупу. Он купил себе Sleeper of Agility, 20 арклета и 2 ветки. Далее хочет взять себе Брисбенд. Аспект он взял себе Take Aim. Окей. Итак, против него у нас в центре будет играть Хускар. Это очень сильный мидер. Давайте посмотрим, как Малрин отыграет у нас этот матчап. Кстати, против него у нас также будет играть Рамзес на сигнатурном алхимике. Катка обещает быть интересной. На первом левеле взял себе хедшот для доминации на линии. Отличный выбор Хускара. Сразу же доносит себе хил в виде танга. Хускар отличную линию поставил на свое ХГ. Возьмет ранний левел 2. Отличный динай от Малрина. Вау. Очень хорошо стоит эта линия. Ренджа добить. Ну ладно, не получается, ничего страшного. Есть левел 2, взял шрапнель. Играет 1-2 по скиллам. Максит хэдшот. Брэсбэнд себя донес. Так Хускар вообще тяжело стоять. Ничего не может сделать. Малрин прям жестко доминирует. Резается руна воды. Под тавр заходит Малрин. 11-4 от него. У Хускара 6-1 только. Хороший динай по таврам. Господи, как Малрин душит. Господи ты мой, что это вообще такое? Какая отличная игра, просто невероятная у нас от Малрина в центре. 12-6. Ёбка просто еще та. Динай? Ну ладно. Руну воды забрать, одну разбить, одну забрать, можно так даже сделать. И перчатку на скорость доносит. Окей, приятно. 4 уровень. Заходит на вражеское КГ, тут Марс подбегает. Но убивает Хускара и сам отправляется в таверну. Хороший размен на самом деле. Взял себе Тейкаим, играет 1-2-1 по скиллам на 4 уровне. 15-6 у него по КСу. У Хускара 9-2. Также докупает себе еще один врейсбенд. И далее выход у нас в ВПТ. Хороший выход на самом деле от Марти. Кто мог вообще подумать? Разбивается опс. Супер просто. Так, у нас остается пауза, вылетает Shadow Demon. Давайте ускорим эту катку, чтобы не ждать его. Так, так отжимается. Хускару, очень больно. Есть шрапнель на всякий случай. Ой, Малрин в соло просто убивает Хускару. Господи ты мой. Как он хорошо отыгрывает в центре. Вы только на это посмотрите. А не зря он считается на самом деле один из сильнейших мидеров на данное время. Хедшот максит для дальнейшей доминации. Ну, Хускару вообще просто-напросто не жить. Как будто можно стакнуть себе большой кэм, потом его зафармить через шрапнель. Доносит себе тапок, теперь он более мобильный на линии. Чувствует себя вальяжно. 24 на 7 отыгрывает. Есть 6 уровень, есть ассасинейт. Вообще классно. И также ПТ уже летит к нему. А, Хускар только левел 6, вы на это посмотрите.
Как ему тяжело, как ему камбэкать, это же герой на линию. Что ему делать, как ему жить, я даже не знаю. Тяжелая катка для него. Но у него есть Рамзес на алхимике. Давайте посмотрим по нетворсам, видим, что Рамзес занимает первое место, потом идет Малорин на снайпере, потом у нас Тимбер и Луна замыкает эту четверку. Далее у нас апнутые стики стоят и выход в еще один в резбенд. Ну, не знаю, стоит ли это того. Как будто нет на самом деле, нахер надо. Но если Малорин хочет, давайте посмотрим, что из этого выйдет, по сути. Нет, вроде как скипает или докупает. Сейчас увидим. И выход у нас в Драгонлендс. Это будет пик в дальнейшем. Хороший выбор в Хускара, в Алхимика, в Тимбера. Смотрится великолепно на самом деле. То есть в Марсе еще неплохо сидит. Распушивает он линию под тележку. Шестая мюнта. Суппорты должны стягиваться под мид, но там Хускар лузанул. Нету смысла. И скорее всего просто дает активку у нас для Малрина. Шрапнель взял в 2 для дальнейшего фарма в лесу и также на линию. Активка у нас ресается, это руна усиления урона снизу. Тавр потихонечку-потихонечку падает, апнутый стик себе доносит. И все-таки выход у нас дальше в Драгонлендс. Марси подставляется. Ассасинейт. Это смерть. Хорошо. Но до алхимика нам все равно еще далековато. У Ромы на алхимике 400, господи ты мой. Как же все хорошо у него снизу. Ну тавр падает, 6 минута, отдают мид настолько прям, никто не хочет стягиваться туда. Инча может обойти, Хускар может дать ульт, прыгнуть просто. Всем плевать, Малорин просто добивает тавр. Ух ты мой, господи ты мой, 6 минута, 50 секунда. Ставит опс на вражеский большой кемп рядом с Тирадин Тавером. Думал, тут есть какие-то стаки для него, но тут ничего нет. Далее начинает максить шарапне для фарма. Что на линии, что в лесу. Потому что без этой шмотки, точнее без этого скилла, мы просто не будем фармить в лесах. У нас нету еще молний. Ускар обходит. Есть уровень 6. Малорин отбегает, боится. 8 минута, через полминуты. Помните, активку бы словить бы, руны невидимости в идеале, и просто сместиться, убить Романа снизу на алхимике. Это было бы просто классно. Дать шрапнель, дать ассасинейт. Там у нас плюс кентавр. С бетиком. 8 минута и 1000 за командой Редиантов. Все-таки Роман делает свое дело. Руна ускорения. Для Малорина. Видит. Видит, что челик у нас фармит вражеских хэншентов. Точнее, своих хэншентов. Опа, ассасинейт. Убить. Урона не хватит. Это было близко. Это было очень близко. Ускорение урона. Ой, ускорение урона. Ускорение можно было бы взять, сместиться на топ, пробовать как-нибудь убить вместе с Луной, Шадов Демона, попробовать. Все-таки стоило. 9 уровень у нас у снайпера. Макшенная шрапнель. Замедление куча, урона куча. Надо делать. Плюс Драгонлендс летит. Замедлить, дать стан, спрятать. Спрятали Марси. Шрапнель залетает. И в таверну. Килл желательно бы оставить либо Малорину, либо Луне. Но Луна, так как у нее все не очень хорошо, надо было ей оставлять. И они и оставили, в принципе. Молодцы. Отыгрывают очень хорошо. Алхимик, скорее всего, тут находится какой-то вижен. Или он понимает. Алхимик, больно. Ой, ну ты куда, дружище? Че? Ну, ты же знал, что на тебя выходили. Это же очевидно, что тут находится какой-то вижен. Можно было бы купить сентри. Можно было бы суппорту сказать, купи сентри. Разблочь мне эйншентов. Ну, а не разблочь эйншентов, а разблочь мне, чтобы меня не гангали. Почему так делают? Непонятно. Вроде опытный же чел. На Марсе опять напали. Есть одна шрапнель. Есть ассасинейт. Хороший вижн у нас у Малорина. И просто сурки добивают у нас. 5-1-1. Вот Малорина. Великолепная игра.
6200 у него на 10 минуте. Алхимик Роман. 7200. Чего? Что? Что он фармит? Сколько там было стаков сделано? 1.01. Но отыгрывает просто невероятно. Молодец. Брадианс, фейсы. Угу, все логично. Малрин фармит и большой, и также пачку сразу же. Тоже пытается дойти для Романа на алхимике, но как-то так себе. На 10 уровне играет 4-4-1-1. Так, у нас Марси нападает. Плюс также Энчантрас, Пускароль тует. Плюс Рома бутылку кидает. Точнее, бочку, но не попадает. Ой-ой-ой-ой-ой. Отличный был выход, кстати, у нас на Малрина. Но повезло, повезло. Бочка вроде как летит. Летит, летит, летит. Ждет у нас Малрин. Когда бегает, ловит стан. Впиливается и бежит обратно в центр. 11 минута. Смог от команды Радиантов. 2000 за ними, кстати. Но это алхимик. Химик очень богатый. Плюс также уже у Пускара есть армалет. А вот это вот ни хрена себе. 11 минута. Ну, 4000 фарса. В принципе, неплохо. Луну убили. Чего? Хороший смог от Радиантов. Тимбер. Ну вот Тимбер мы не убьем. Тимбер жесткий. 9 уровень. Канатворца тоже неплохой. 5400. Как-нибудь бы зацепить бы его. Рома купил себе Радианс на 11 минуте. Марси, Шрапнель, Тейкаинт нажали, Сурки начинаем бить. Ассасинмейт, Марси убили. Хорошо, 1 в 0. Дальше, Роману больно. Надо, главное, не отпускать. Бочку крутит. На Тимбер начинаем бить. Есть ассасинейт, даем. Убили, даблкил для Малрина. Дальше Роман остается один. Замедление у нас пошло, неплохо. Есть ассасинейт. Трипл килл от Малрина. Очень хорошо. Ассасинейт. Четырех. Минус 4. Вау. 9-1-1. А вот Пускар в то время забирал Рошана. Кто бы мог вообще подумать, да? Молодец, молодец. Сообразил вовремя, когда надо. Какой-то у нас биф между ними. Молнии тем временем доносит себе Малрин на 12 минуте. Вообще что? Также, ребят, он взял на 10 уровне себе левый талант на плюс урон от хедшот. Руна волшебства. Смог. Шадоу демона. Видит в центре у нас Тимбера. Пуши лимит, отошли. Ну, кого мы убьем? Ставится хороший опс. Видит алхимика. Утонули. Ууу, как же много урона. Как же много урона по алхимику. Богоподобен. У нас становится Малрин. Тимбер влетает. Это ферстав себе. И огоним шар докупать обязательно. Хороший РП. Убивает Пускара. Малрин очень больно. Нажимает телепорт. Пошла атака на него. Ооо, ошибается Малрин. Отправляется автовернуто. Минус 2 для Марси. Огромное количество денег и преимущество за командой Радиантов 4000. Невероятный файт на самом деле. Только что у нас произошел. Вроде же убили алхимика. Выбили Аегис и все равно сдохли. Далее ставить себе апнутые молнии, хотя мне кажется, как будто надо выйти в пику и потом докупить огоним шар, потому что много героев в нас влетают и надо как-то от них убегать, потому что команда как-то не особо, я вижу, хочет купить форстафы, глиммеры также, ни черта там нету, поэтому стоит только надеяться на себя, но это ускорит фарм, ускорит наш урон, и вот не стоит так глубоко заходить, пятерка уже. За команды Радиантов на 14 минуте. Это огромные деньги. Алхимик огромный. 10-200 у нас от Романа. Далее выход у нас сразу же в манту. Аганим для Тимбера. И скорее всего БКБ купит себе Хускар. Луна Мом Яша. Очень слабо. 7000 только имеет. Надо ей как-то качаться, еще раз качаться.
Затягивается катка. Я думал, сейчас нас Малрин в центре просто разнесет Хускар и пойдет всю карту бить. И он так и сделал. Но вот, как видите, команда Реддингов сопротивляется. Хускара Блинк. Ох ты мой, ты как. Вот так вот, да? И также Блинк у нас у Магнуса. Хотел сказать, у Коллапса почему-то рефлексонно. Ну ладно. Летит мид, шрапнель в центр, смог. Да, смог, скорее всего. Гиперстон себе донес, по-моему, или что? Да, гиперстон, смог. В пятером. Бегут на нижнюю линию, без шрапнели. Видит Хускара в топе. Видит Марси. Один стур, ни хрена себе. Бисника убьют. Ну, хотелось бы убить либо алхимика, либо тимбера, либо Хускара. Но хотя бы суппорт убили уже неплохо. Далее выйдут на тир-1 тавр и снесут его также. Апнутые молнии у нас для Малрина. Уже летят к нему. И дальше выход у нас, естественно, в пику. Мата появляется у нас у алхимика. Дополнительный фарм. Хорошо. Точнее, не дополнительный фарм, а дополнительный способ фармить. Безопасно. 5000. Преимущество вообще не падает. Хоть мы сделали килл, снесли тавр, все равно пятерка. Как команда Радиант фармит, я даже представить себе не могу. Очень мощно. Как же рядом. Как же рядом, и никто не знает друг о друге. Хотя Инчу видят. Зацепили. Ну, пожалуйста. А, мы там сбили мы, блин, я понял. Скоро бы убить в топе как-нибудь, но там никак, совсем никак. Пытается Малрин на опережение сыграть. Подловить этого Хускара. Вроде... О, как они разминулись. О, не повезло. Через телепорт на нижнюю линию к своей команде. Распушит топ. Ромчик уже богатый. Нам бы его догонять бы как-нибудь. А по левелу что у нас, Хускар? 14 тоже, ну ладно. 15 для Малрина. Взял себе скорость атаки, правый талант. Алхимик выходит. Отличный скан у нас от Малрина. Великолепно. По ним один находится вражеская команда и просто-напросто отбегает. Молодец. Хорошо читает у нас карту. Как-нибудь пику с огоним шардом бы дофармить, и потом уже можно хватиться. Снизу напали на Марсе, бесненько ее бьют через эклип, через бим. Марс бы какой, чего? Отличный тайминг. Луна 11 тысяч, вроде как возвращается в доту. Хорошо выводит у нас тимбера, довольно неплохо, отличный РП у нас от Магнуса. Минус тимбер, дальше на инчу садимся, начинаем бить, 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 бить. Нужно много урона, замедление, пожалуйста, хоть какое-нибудь. Минус инча, даблкил для Малрина, классно. Идем дальше, попробуем снести Т2. В два героя они точно не будут дефать, но там у нас гриф. Хотя по двум мы снесем очень быстро. У Рошану что? 50 секунд, долго. Разбежались фармить. Ладно, блинк для алхимика, кстати. Плюс пика у нас у снайпера. Далее ставить себе аганим шард и также БКБ. В принципе, в тимбера, в алхимика, в марсе, в Хускара БКБ смотрится неплохо. Дополнительные
Защита. Как будто урона маловато на самом деле. С руки. Как будто хочется какие-нибудь криты, МКБ, сатаник, бабочка. Вот это вот все. А мы покупаем больше защитные айтемы. Лук для снайпера. Отличная нейтралка. Активка, 20-я минута. Рошан через 2 минуты. Поздновато. Убили Бетика. Видит Романа, но под ним суппорты находятся. Два героя, особо не хочется файтиться. Хотя на варде можно было бы. Алхимик у нас также имеет 15 уровень. 1,5 минуты до Рошана. Алибарда у нас для Хускара. Смог. От команды ДАР. Что у нас по РП? РП 7 секунд, 6 секунд. Вывозит инчу, убивает инчу. Окей, приятно. Хотя эта инча живет так много, выигрывает куча времени. Команда Red Dead разбегается. Рошан через минуту 20, долго еще. Ну, играют возле него. Завардить бы, оставить бы варды. Огоним шарт уже летит у нас для Малрина. Размен суппортами в миде. Давайте посмотрим по айтемам. Два блинка, манта. Ага, БКБ у нас для Луны. БКБ для Марса, это мы видели. У Романа пока без БКБ. Гоним у нас у Тимбера. Ага, ага, ага. И Солар для Enchantress. Пятерку все еще лузаю. Смок у нас от команды Резидентов. Нужно быть аккуратным, не подставляться. Хотя снизу остается только лишь одна Луна. Вся команда находится в топе. Также смог от команды Резидентов. Рошан через полминуты. Скорее всего, у команды Резидентов есть тайминги. До БКБ нам еще долго. 17 уровень мы имеем только-только. Видим Тимбера в центре. Летим на нижнюю линию. Под всех. Отличный пика. Шикарно просто по роме. Выкидывает он бочку. Убили Марси. Отлично, спрятался шаттл демон. По Роману работаем великолепно, отлично. Ой, как он его заблочил. Просто великолепно. Дальше работаем по Тимберу. Надо нет, инча, 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 инча. Нужно бить эту инчу. Но нет, нас откинули очень больно. Что это за кукопчо у нас? У Тимбера не туда, куда надо. Кристаллиса наказать, убить его на этом Хускаре да ебучим. Минус Хускар, минус инча. Трипл киллс от Малрина. Надо бежать дальше. Но Тимбер улетает у нас на верхнюю линию. И его уже никак не убить. Рошан есть. Надо бежать на Рошана, убивать его под луной, под шаттл демоном. Стой. 100 мы убьем очень быстро. Плюс шарапнель. Все классно. Все складывается. Как же Shadow Demon выиграл только что файт? Как он спрятал алхимика просто. И он не мог двигаться. И просто мало время пам-пам-пам-пам. В таверну. Очень красиво. В каком тите был, наверное, Рома? Я даже себе представить не могу. Куда? Что это такое? Да почему? Ну, Аегис плюс Рошан для команды ДР. И преимущество все равно за командой Резидентов. Да что ты бы не делал, все равно. Ну, там супер огромный алхимик, супер огромный суппорт. И там просто Марси 8400. Что? Есть пика. Есть Аганим Шард. Ну куда ты? Куда ты? Шадоу Демон также. Есть Ассасинейт. Да даже без него мы просто-напросто убьем этого Ускара. Куда он летит? В кого он прыгает? Зачем он это делает? Я не понимаю логики вообще. Там Аганим Шард, там пика. У него Аегис. Он, может сказать, топ-1 на творс на карте. Минус 102 на 24. БКБ для Романа.
Хороший РП двум героям вывозит. Ой, как хорошо. Магнус вывозит. Великолепно убивается Инча. Дальше бегут за Марси. Марси нужно убивать, но там БКБ. Как нибудь был убит, начинаем убивать. Дальше бежим за Тимбером. Байбек у нас от Enchantress. Ромов сам себя взрывает. Неприятно так как. Бьют его. Очень больно вывозит у нас к снайперу. И минус Роман на алхимике. Мурин. Больно, подставляется, но есть Аегис, нужно об этом знать. Помощь от команды, пика у нас есть, Аганим Шарт у нас также есть. Ой-ой-ой, как Магнус-то выигрывает эту катку, так посмотрите, как же он великолепно солит. У нас Мулрин, один вас ворлд, вылетает. Это было напряжно. Хорошая пика и просто телепорт, БКБ топаут. Там без БКБ, но все равно топаут. Преимущество пало в ноль. Ну как Магнус отыгрывает? Господи ты мой, как же это красиво. Добивает Хускара. Как будто в идеале снести Т2 в центре теперь. Еще по вардам работаем. Как все красиво у нас. Дали бы их у нас, кстати, в МКБ. Видит Малорина. Отлично, гоним шарт. Есть пика. Есть левел 20. Взялся правый талант. На 15 брони от Тейкаим. Хорошо, на самом деле, в двух героев. Классно вообще. Убивать его будет еще сложнее. Снизу подцепили Тимбер. Он там убить вообще было нереально просто. На Т2 в центре. Летят на нижнюю линию. Всей командой прям. Нашли Тимбера. Шарапнель залетает. Магнус вывозит. Ой, РП даже не пожалел. Ну, мне кажется, зря. И так бы убивали бы. Т2 в центре выйдут. Без глифа у нас команда Резидентов. Минус Т2, по сути, да. ДМКБ еще долго. Попнули на БКБ. Ну тут через БКБ лосота действует. Дружище, ты куда? Хотя отпрыги довольно неплохо, кстати, убегает Марси. Там Рома взрывается, сам я слышу. Зашли на ХГ. Начинают бить тавер. Есть баннер. Мигает об этом Элрин. Ребята, поставьте баннер. Отходит. Что? Зачем? Как будто можно было бы бить. Либо ждут еще одного Рошана. Но 2 минуты довольно долго. Хотя мы куда мы спешим? Да никуда мы не спешим. Тимбер пытается вывести, но там не тот герой. Играет супер аккуратно, либо видит, либо чувствует. Я не знаю, как он это делает. На Хускара хотят сместиться. Стягивается у нас также сюда Магнус. Ну там через телепорт. Ну куда? Ну не.
По верхней линии, да, пойдем. Снесем тир-1 тавер, потом Т2, заработаем дополнительное золото. Так вот, ставится пауза, вылетает битрайдер. Давайте ускорим эту игру. Выход в кирасу, да, в снайпера, классный выбор. Минус Т1. МКБ совсем скоро купим уже. Это хорошо. Смог от команды Дайер. Роман купил себе Кирасу. И также Шиву у нас для Тимбера. Также нажимается у нас сразу же смог и двигается. Вывозит у нас Тимбера, но очень больно битрейдер. Отправляется он в таверну, довольно неплохо. На Малорина прыгает. Минус Паскар. Хорошо. Дальше работаем по Тимберу. Тимбера также отправляем в таверну. Минус 2 у нас от команды Реддит. Возьмем только одного битрейдера. Бегут дальше. Мастер разворачивается. Зачем-то непонятно. Еще зачем файтить? Зачем драться в меньшинстве? Хотя без БКБ, может быть, хотят так пофайтиться. Умирает у нас Шандал Демон, довольно неплохо. Дальше Роман начинает бежать. Видит у нас также Малрина. Но Малрина ты не осилишь, ты дружище. Вообще никакая МКБ уже у него. И ничего, также наказали и привезли. Ну, тут два кора, просто понимаете. Тут у нас и Луна бьет сурки очень мощно. И также Малрин. Как бы два рейнджа, два героя, которых нужно убивать. И непонятно, кого убивать первым. А урона колоссальное количество. Два героя имеют также БКБ. И два героя достаточно хороши, играют по нетворсу. Все круто у них, точнее. И просто-напросто, ну вот как Роману без своего Кускара, который имеет 13 тысяч. Все очень плохо у него. Как ему играть? Непонятно тоже. Сатаник дальше себе ставит. На 25-м возьмем себе левый талант. Там в миличниках вообще классно. То есть также еще Тимбер вроде бы танкует, но урона-то маловато. Урона маловато. Этот билд не на ёбку именно с руки. Минус мид. Как будто Рошана по нижней линии закончить. Ну и все. 8000 мы уже лидируем. Отпушит сайды. Рошан через 15 секунд. Надо потихоньку стягиваться туда. Смог от команды Радиантов. Мне кажется, это смог надежды. Если они сейчас убивают вражескую команду, убивают Рошана, у них есть все шансы на победу. Рошан есть. Убивает битрейдера. Хорошо. 4 в 5. Марси. Пусть Роман также побегает, умирает Марси. Ротмин пока 1 в 1. Это конец. Убили Романа. Там уже команда Reddit остается у нас буквально в счетом без урона. Байбек у нас от Марси. Кристаллис на своем Хускаре. Нет, дружище, отличный РП у нас от Магнуса. Минус Пускар, минус Марси с байбеков таверна. Минус также Тимбер отправляется за ним же прямиком. Ассасинейт и в таверну. Бам. Минус 4 по итогу. Ну и как будто сатаник нужно уже докупать. По нижней линии просто-напросто заканчивать даже без этого Рошана. 25 уровень у нас у Малрина. И по талантам он взял все-таки правый талант. На кулдаун от Шрапнель. Кстати, интересно, я думаю, возьмет себе левый. Ну ладно, окей. Плевать, в принципе. Как будто в идеале уже можно идти заканчивать трон.
Ну, на верочку отыграют, снесут бараки. Т4 падает. Ничего, вывозят. Бу. И падает у нас трон. Хорошая игра. Хорошая игра у нас от Магнуса. Мне очень зашло, как он отыгрывал. Молодец, вообще просто, можно сказать, середина игры на нем была. Ну и также Малрин 22-16. Великолепная игра у нас от Снайпера. Снайпер все еще в мете, так что играйте и выигрывайте. Ребята, всем спасибо за просмотр и всем пока.